Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления гренок. Нам потребуется нарезанный хлеб, 3 яйца, соль и растительное масло для жарки. Жарить гренки будем на обычной сковороде. Разбиваем 3 яйца, добавляем 1/4 чайной ложки соли и будем взбивать вилкой. Включили огонь и в нагретую сковородку добавили растительное масло. Каждый кусочек хлеба обмакиваем с двух сторон в яйце и жарим на среднем огне с двух сторон.